что я привез из поездки из Белоруссии. Вот такие замечательные часы, мужские, кварцевые, там были и механические, в подобном форм-факторе, стилизованные под швейцарские. Завода «Луч», лучший завод в Восточной Европе на сегодняшний день, сотрудничает с какими-то швейцарскими фирмами. И женские часы, купленные также в фирменном магазине «Луч», за 2500. Вот им уже всем полгода, в отличном состоянии, не царапин, не потерто стена. Частях. Кожаный ремешок на мужских часах. Вот ремешки подобные продаются, есть и черные, от 300 до 600 рублей также в фирменном магазине. В России в магазине фирмы «Луч» они стоят эти часы в два раза дороже, в районе 6000. Так что рекомендую посетить магазин в Минске. С оказией.